Вот обнаружили первые сети на нашем излюбленном месте. Утопило поплавок-то? Плюет они. Нет. Ну ладно, я пошел с другого берега. Вот это наша курья, излюбленное место старицы Вятки. Да. Что-то перестало клевать, как камеру включаешь.
Камера не хочет работать. Рыбка. Здесь попробуем бережком. Ну ладно, пойдем чай попьем. Да, вода поднялась здорово. Чё хоть ты поймал, не? Поймал хоть, не? Но. Я в конце нормально, хорошо половил. В конце хорошо половил.
Подъязочки, сорожки, да, пошли тут. Весь затон хреново, в конце только тут. Почти в одном месте. Так вот он сейчас как раз затих, да, хорошо стало. Так. Ну, дождь-то он все равно будет. Так, вот наш улов. Покрупнее уже рыбка. Вон, смотри, окушок какой. Вот только-только поймал. Вот, сорожки, подъязочки. Вот. Ну что, пойдем, ну, давай. Поедим, что ли? Давай, что-нибудь принесу. Что-то удочку-то не знаю, собирать, не собирать. Наверное, лучше собрать ее, да? Лучше собрать. Что ж, пойдем по обеду. Время около 12. Прошли две старицы. Еще одна осталась, самая большая. Но надо перекусить, чтобы были силы дальше плыть. А тут нас такой медведь встречает. И змея, кобра. Ну вот и домик зимовальный. Вот навес. А дед уже ест вовсю. Меня не ждет. Сейчас тут все покажу людям. А вот туалет. Умывальник. Все как положено. Костерчик горит. Кипяток уже готов, наверное, да? А? Второй раз подогреваешь. Ну, я кипятил его, попил вот я. Просто уже думал. Просто думал уже. Это. Ну что ж, давай поедим тогда уж. Да. Заглотил.
кушончик. Не достал червячка изо рта. Кушинки не хочет клевать.